Ой, нужно побыстрее отсюда свалить. Так. Ой, твою мать! Слышь, дядя, ну иди сюда, иди сюда. Это ты ограбил склад с моим оружием, убил всю мою братву и моего брата Жеку, да, ты? Ну, я не виноват, он сам на меня напал, я просто защищал себя. Слышь, да мне вообще насрать, я тебя сейчас здесь на понятие положу, покрошу и порежу, слышишь? Быстро, вставай на колени и моли, чтоб я тебя убил быстро и просто. Может, мы как-то договоримся, пожалуйста? А ну иди сюда, говно, я тебя сейчас порежу. Ай, моя нога! Это еще кто был такой? Ай! Какой брат Джека? Я вообще не представляю... Я даже не знаю, кого я уже убил. Это, походу, какой-то главарь банды. Так, нет, мне нужно убираться отсюда как можно скорее. Так, и... Ну, нужно бы еще проверить, мертв он или нет, но я еще вернусь. Аптечку, Ай, моя нога, я еле... еле могу ходить. Твою мать, почему здесь так много бандитов? Почему я каждый день их встречаю? Так, ресторан, который я видел вчера. Я надеюсь, тут будет хотя бы немного еды. У меня вообще ничего нету. Нужно восстановить здоровье. Может, тут будет какая-то аптечка, пожалуйста. Здесь тут никого, никого. Аптечка! Да! О, боже, спасибо тому, кто ее тут оставил. Так, туда не очень. Но и так, еду нужно найти. Пожалуйста. Да, и, нет, только не гнилая плоть. Так, там зомби. Зря я выстрелил, наверное. Нет. На. Так, он упал, этот упал, но все же его нужно убить. Так, давай, я надеюсь, тут есть какая-то... Так, если он не может выбраться... Сырая курица, я не буду есть сырую курицу! Грибной суп! Ох, ты ж нифига себе! Да сколько... А это еще что такое? Так, это еще что такое? Тут разбился самолет, а тут, походу, упал его хвост. И что тут? Да умри ты уже! Это еще что такое? Это вход в метро? О, нет. Туда я сейчас точно не пойду. Хотя, может, это отличное место, чтобы спрятаться. А может, таки наоборот. Может, там просто гуляет какая-то орда зомби. Но туда я точно сейчас не буду идти. Мне нужно найти еще немного еды. Сырая курица — это не вариант. Пицца! Пицца! Это действительно был какой-то ресторан. Ах, ты ж нифига себе. Где я столько еды потратил? Неужели я так много кушаю? Клубника. Вишня! Что тут еще есть? Пицца с беконом! Коктейль Молотова? Офигеть просто! Ничего. Фруктовый суп. Коктейль Молотова. Ничего. Вегетарианский суп. Такой себе. Ох ты ж нифига себе. Но хотя бы вот этой еды мне хватит на пару деньков. Мне точно этой еды хватит. Поэтому я сейчас просто-напросто могу не париться. Но все же не нужно больше встревать с разборки с бандитами. Они походу услышали звуки стрельбы. Я же снайперов убивал. Так, ладно. Что тут так много крови? Там кто-то есть на заднем дворе? Так, зомби. Еще один зомби! Так, ты зараза! Иди сюда! Это еще кто такой? Шеф-повар этого ресторана? Ох, персик, торт, гамбургер! Офигеть! Почему я тут раньше не был? Тут столько еды! Офигеть! Ну хотя бы какой-то плюс в этом дне! Нужно посмотреть, что тут есть такое и куда я могу сейчас пойти. Я помню 100%, вот в той стороне была заправка.
Может, там действительно я найду хотя бы канистру с бензином и, может, какую-то машину. Если даже машины не будет, то я там видел возле отеля были кучи различных машин. Нет, я опять их вижу! Так, они меня, походу, не заметили. Да я же убил уже вашего главаря! Это главарь был? Это был главарь, я надеюсь, что это был главарь. Так, пока они меня не увидели, мне нужно пробраться дальше. Ну нельзя их просто так оставлять. Слава богу, у меня есть глушитель. Я смогу их сейчас по одному снять. Минус один. Минус два. Я надеюсь, тут больше нигде не будет снайперов. Пожалуйста. Нет, вроде нет. Нужно валить отсюда как можно быстрее. Если там есть заправка, мне нужно отправиться туда как можно быстрее. Найти канистру с бензином. Может, я там смогу найти машину. И вернуться домой как можно быстрее. У меня очень много лута. Если я еще раз встречусь с бандитами, то мне кажется, эту встречу я точно не переживу. Так что нужно идти туда как можно быстрее. Ах, наконец-то я смогу хотя бы выспаться дома спустя столько дней. Но все же нужно быть осторожным. Так, заправка с той стороны. О нет. Офигеть, как много зомби на моем пути. Но убивать их всех точно нету смысла, потому что у меня просто-напросто даже пуль не хватит. Вот тут их слишком много. Тут их слишком много, так что нужно пробраться через вот эту сторону. Пока они меня еще не заметили. Ладно, поехали. Твою мать! Нет! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, так, этот меня еще не видит, но нужно... Нет! Ай! Вот, тут заправка, по идее, должна быть. Да, заправка! Давай ж так тяжело бегать, у меня столько лута! Пожалуйста, есть что-то, есть хотя бы немного бензина. Да, есть немного бензина! Офигеть, конечно, канистры не полные, но все же. Тут пусто. Пусто. Ай, пожалуйста. Тут никого. Нет, есть зомби. Так, ладно. Ой, патроны кончились. Так, еще один зомби, и мне кажется, будет... На тебе. На. Так, много крови опять, но зато есть сундуки, зато есть... Нет, тут ничего нету. Тут что есть? Яблочный сок и какая-то записка. Что бы можно выкинуть? Так, что тут есть? Записка «Помогите». Помогите, мы голодаем, но у нас очень много воды, мы можем помочь друг другу. Нет, сейчас нужно точно все обдумать. Так. Тут, что тут такое? Немного бензина, это уже круто. Немного бензина очень даже пригодится. Пожалуйста, большая канистра. Где есть много бензина? Опять чуть-чуть, да что ж такое? Тут что-то есть? Ой. Да, есть еще немного бензина. Конечно, очень мало, почти пустые канистры, но все же пригодится. Так, это все нужно забирать. У меня вообще нету места. Может, на улице там будет какая-то машина? Пожалуйста. Может, тут еще будут какие-то канистры. Главное, чтобы меня вот эти зомби не заметили. Пожалуйста, какая-то машина. Нет, почему? Нету машины! Вот это вряд ли поедет. Это тоже вряд ли... Нет, они меня не заметили. Так, тут что есть? Тут ничего нету. Тут что есть? Тут я уже все забрал. Пожалуйста. Хотя бы любая развалюха. Да, машина. Замечательно. Так. Она пустая, нету бензина. Зато у меня есть немного бензина. Да, я могу ее немного заправить. И, в принципе, даже, наверное, смогу ей заправить полный бак. Я нашел дофига почти пустых канистр, но все же они мне пригодятся. Так, очень темно. Так, вот сюда, где еще видел какие-то канистры? Так, что тут есть? Тут ничего нету, тут тоже ничего нету. Канистры. Почти пустая канистра. Тут что? Тут тоже ничего нету. Так, тут почти пустая канистра. Что выкинуть можно? А я же могу все мои причиндалы просто сложить в машину. Точно. Патрон. Я не знаю, хорош ли идея складывать сюда патроны. Так, ладно, пока сложу телефон и выложу лук. Мне это точно пока не пригодится. Еще нужно заправить машину до максимума. Пускай она пока заправляется.
А там, может, еще будут немного канистр. А ну, там был вроде еще один сундук, я его 100% не прочекал. Полная, мать его, канистра! О, да! А, хотя бы сейчас могу нормально добраться домой. Я надеюсь, ты долго мне послужишь, ты долго проживешь, и никто у тебя у меня не украдет. Нужно до максимума ее заправить. Просто до максимума. И валить отсюда как можно быстрее. Надеюсь, мне больше никакие зомби. Ну хотя зомби вот там, ну хотя бы бандиты на дороге не встретятся. Если я помню, там разлом в дороге, там я проехать не смогу, поэтому только вот туда. Ну что, поехали. В добрый путь. Надеюсь.